Благослови, Владыко! Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Во мире и спасении душ наших Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церкви и соединении всех Господу помолимся. О святем храме всем и с верою благоговением и страхом Божиим входящих вонь Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашим святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Александре, в честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем Христе и людях Господу помолимся. О Бога, храни и стране нашей, власти, воинстве и народе Едя, Господу помолимся. Раби Божием, Кирилле, Раби Божием, Ирине, ныне обручающихся друг к другу, и о спасении Господу помолимся. Господи, еже податися их чадом в приятие рода, и всем яжено спасение прощение, Господу помолимся. О, еже не спасладися им любви совершенней, мирней и помощи Господу помолимся. О, еже сохранитеся им единомыслие и тверди вере Господу помолимся. О, еже благословитеся им в непорочном жительстве Господу помолимся. Якуда Господь Бог наш дарует им брак честен и ложе несмертные, Господу помолимся. Чистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Христу Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Боже, вечный, расстоящийся, собравый в соединение, союз в любви положивый им неразрушимый, благословивый Исаака и Ревекку, и наследники я Твоего обетования показавы, сам благослови рабы Твоя сия, Кирилла и Ирину, наставляя их на всякое дело благое, яко милостивый человеколюбец Бог еси. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Мир всем. И Духу Твоего. А Вы, Ваше Господи, преклоните Господи. Господи Боже наш, от язык предупручивай церковь Деву чистую, благослови обручение сие, и соедини, сохрани рабы Твоя сия в мире единомыслии. Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Обручается раб Божий Кирилл, рабе Божией Ирине во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раб Божий Кирилл, рабе Божией Ирине во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раб Божий Кирилл, рабе Божией Ирине во имя Отца и Сына и Святого Духа. Обручается раба Божия Ирина, рабу Божию Кириллу креститесь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божия Ирина, рабу Божию Кириллу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божия Ирина, рабу Божию Кириллу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господу помолимся.
Господи Боже нашего, пророка патриарха Авраама, шествуя среди речи посылая, о невесте господину в Исааку жену, и что также сам водоношение вручить веку открывай, сам благослови речение рабов твоих, сего Кирилла и сей Ирины, и утверди еже неглаголное слово, утверди я еже тебе святым соединением, ты бы сначала создал весь мужеский пол и женский, и от тебе сочетывается муж и жена, помощь и восприятие рода человеча, самого Господи Боже наш, по славы истину, наследие Твое и обетование Твое на рабы Твое, отцы наши, Твоем жду роди, избранная Твоя, призвана раба Твоего Кирилла на работу Ирину, и утверди вручение их в вере единомыслии, истине любви. Ты во Господи показал еси датися в вручении утверждатися во всем, перстнем дадися власть Иосифу во Египте, перстнем прославися Даниил во стране Вавилонской, перстнем появися истина Фомары, перстнем Отец наш Небесный щедр бысь на Сына Своего. И ангел Твой да предвидит пред ними все дни живота и... Ли произволение благое непринужденное, и твердую мысль паяти себе в мужа сего Кирилла, его же пред тобою где видишь? Не обещалось ли си иному мужу? Не обещалось. О святем храме сем и с верою благоговением и страхом Божиим входящих вой, Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашим святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашим высокопреосвященнейшем митрополите Александре, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем Христе и люди, Господу помолимся. Боже пречистый, все твари содетелю, ребро праотца Адама, за Твое человеколюбие в жену преобразивай и благословивай я, и реки раститеся и множитеся, и обладайте землею, и обою ее един ут, показавай сопряжением, сего бы ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится жене своей, и будет одва плоть едину. И я же Бог спряже человек, да не разлучает, и же раба твоего Авраама благословивый, и разверзай ложесна Сарина, и отца множества языков сотворивый, и же Исаака ревекцы даровавый, и Рождество ее благословивый, и же Иакова Рахили сочетавый, и из него 12 патриархов показавый, и же Иосифа и Осинефу спряги, плод дедотворения им Ефрема и Манасию даровавы, и же за неизреченный твой дар и многою благость пришедай в Кану Галилейскую, и тамошний брак благословивый, да явиши, яко твоя воля есть законное супружество, прими моление нас, работ твоих, яко же тама, изде пришед невидимым твоим предстательством, мудре, друг как другу, любовь в союзе мира, семя долгожизненное, очадя благодать, неувядаемой славы венец,
подобие их видите чада чадов, ложа ее ненаветно соблюди, и дашь има, да преподают и требующим, даруя купна и сущим с нима, вся я же ко спасению прошение, яко Бог милости и щедрот, и человеколюбие си, и тебе славу высылаем, с обезначальным твоим отцем и пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Ныне, владыка Господи, Боже наш, не спасли благодать Твою небесную на рабы Твои сия, Кирилла и Ирину, и дажде рабе сей во всем повиноватися мужу и рабу Твоему сину выйти во главу жены, яко да поживут по воле Твоей. Благослови я, Господи, Боже наш, яко же благословил есть Авраама и Сару. Благослови я, Господи, Боже наш, яко же благословил есть Исаака и Ревеку. Благослови я, Господи, Боже наш, яко же благословил есть Иакова и вся патриархи. Благослови я, Господи, Боже наш, яко же благословил есть Иосифа и Осинефу. Благослови, Господи, Боже наш, яко же благословил еси Моисея и Сефору. Сохрани, Господи, Боже наш, яко же сохранил еси Ноя в ковчезе. Сохрани, Господи, Боже наш, яко же сохранил Иону во чреве Китове. Сохрани, Господи, Боже наш, яко же сохранил еси святые три отроки от огня, не спаславы им розы с небесе, Кирилла и работу Ирину, и благослови я. Дашь им в лод чрева, доброчадие, единомыслие души телес, возвыси я кедры ливанские, неколозу благородную, дары им семя класина, да всякое самодовольство имущее, изобилует на всякое тело благое и тебе благоугодное, и да узре сыны сынов своих, яко на восхождение масличной окрест трапезы их, и благогодивши пред Тобою, воссияют, как и светило на небеси, Тебе, Господи нашим, с Тобою же славы, держава честь и поклонение. Дай раба Твоего сего Кирилла и рабу Твою сию Ирину, за ней от Тебе сочетовается мужу жена, сопрези их единомудрии, венчай их в плоть едину, даруй им плоть чрева, благочадие восприятие, яко Твоя держава, и Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Вещается раб Божий Кирилл, дабы рабе Божией Ирине во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Венчается раба Божия Ирина, рабу Божию Кириллу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже наш, славою и честью венчая их. Господи Боже наш, славою и честью венчая их. Господи Боже наш, славою и честью венчая их. Он мем, мем он резво, он мем. Твои.
Иисусова ту, зван же бысть Иисус и ученицы Его на брак, и не доставшую вину глагола Мать Иисусова к Нему, вина не имут, глагола ей Иисус, что есть мне тебе жено, не убо приди час мой, глагола Мать Его слугам, ежащий глаголит вам сотворите, бег уже то доносы камени шесть, лежащий по очищению иудейску, вместящие по двема или трем мерам, глагола им Иисус, наполните водоносы воды, и наполнивши их до верха, и глагола им, почерпите ныне и принесите архитриклинове, и принесоша, все сотвори начаток знаменем Иисус, кани Галилейстей, и яви славу свою, и вера ваша в Него, ученицы Его. Душам нашим и миром мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяния и скончаться у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, исподоби нас, Владыко, со дерзновением не суждено смерти призывати Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати. Thank you.
Якоже Авраам, и благословися, якоже Исаак, и умножися, якоже Иаков, ходяй в мире и делай правде заповеди Божие. И ты, невеста, возвеличися, якоже Сара, и возвеселися, якоже Ревека, и умножися, якоже Рахиль, веселящийся о своем муже, хранящий пределы закона, занятаку благоволи Бог. Господу помолимся. Боже, Боже наш, пришед в Кану Галилейскую, и тамошний брат благословивый, благослови рабы Твоя сия, Твоим промыслом к общению врага сочетавшаяся. Отец, Сын и Святый Дух, Всесвятая и Единосущная, и Живоначальная Троица, Едино Божество и Царство, да благословит вас и да подаст вам долгожитие, благочание, преспение живота и веры, и да исполнит вас всех сущих на земле моих, да сподобит вас и обещанных благ восприятия молитвами Святой Богородицы и всех святых. Пресвятая Богородица, спаси нас. Ткани Галилейские пришествием своим честен брак показав и Христос истинный Бог наш, молитвами пречистая своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых благовенчанных царей и равноапостолов Константина и Елены, святаго великомученика Прокопия и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аллилуйя.
Ирина, вы теперь уже приняв таинство и благословение Божие на брак, теперь уже как муж и жена, в присутствии священнослужителей, родных, близких, вы так бочком повернитесь и в знак любви вашей поцелуйтесь. И хотел вас поздравить с этим событием сегодня от лица Его Высокопреосвященства. Хотел бы сразу вручить вам подарок от владыки Александра. К сожалению, он сам не смог сегодня, вот приболел, и поэтому благословил нас таким составом совершить таинство венчания и преподнести вам этот образ святых покровителей брака, святых князей Петра и Февронии на память молитвенную. Храни вас Господь. Значит, целуйте. Кто там? А также этот букет цветов от владыки прошу принять. Дорогие Кирилл и Ирина, действительно сегодня для вас великое событие совершилось. И можно сказать, даже не только для вас, но и для ваших родных. Потому что это всегда трогательно, всегда такое событие, при котором действительно родители вспоминают свой такой же день браковенчания. Венчание, по-простому, если говорить, это благословение Божие на вашу совместную жизнь. И как при чине венчания, при таинстве венчания, очень много символичного преподается вам, в том числе и общая чаша, которая преподавалась вам, вина, это подразумевает всегда общую радость для вас, но мы все, как родные, близкие, как священнослужители, естественно, мы новобрачующимся желаем всегда здоровья, помощи Божией, счастливой совместной жизни. Но вместе с тем мы понимаем, что Господь посылает какие-то в жизни, бывают и трудности, и поэтому вот эта чаша общая вина, она не порознь вам дается, каждому отдельно чаша, а именно общая чаша, напоминающая вам о том, что в вашей жизни все, что не будет Господь посылать вам, как радостные дни, так, может быть, и не совсем радостные, но всегда их нужно не бояться, а с помощью Божией преодолевать. И поэтому, когда вы с первых дней совместной жизни будете стараться помогать друг другу, если это радостные дни, то, как многие говорили, люди, уже прожившие жизнь, то это удвояется всегда. То есть в два раза больше становится радости, когда эта радость воспринимается двумя близкими, родными людьми. Также и когда бывают спорные какие-то обстояния, и когда вы это будете делить на двоих, то это будет уменьшаться в два раза. Поэтому старайтесь с первых дней совместной жизни поддерживать друг друга, уступать друг другу, терпеть, может быть, какие-то такие ситуации, когда бывает невольно даже, но мы друг друга, бывает, обижаем. Поэтому нужно уметь прощать, уметь просить прощения и вновь двигаться вместе по общему пути этой земной жизни. Пусть Господь вас благословит, укрепит вас на это и подаст вам все необходимое, все то, что мы спрашивали вместе вот с духовенством, о вашем благополучии на вашу земную жизнь. Спасибо вас, Господь. А теперь можете повернуться туда лицом, да, и пусть родственники, родные, близкие вас поздравляют. Спасибо, Господь.